Всем привет, мои дорогие девушки! Сегодняшнее видео — это распаковка маленьких кожаных изделий, или как еще их называют, SLG, Small Leisure Goods, от Louis Vuitton. И на этот раз это будет рождественская коллекция. Я сказала себе две маленькие кожаные вещи. И это было очень тяжело сделать, потому что рождественская коллекция появляется раз в году. И обычно ее раскупают прямо до того, как лансируют, да, на интернет-сайте. То есть перед тем, как она выходит на сайте, она уже обычно раскуплена. И мне очень повезло, потому что я буквально-таки охотилась этой коллекцией, записала себе в календарь, какого числа она выйдет. Я успела купить, схватить себе две вещички, которые вместе сейчас мы откроем. Одна вот так выглядит. Смотрите, когда все упаковано красиво. Вот такая коробочка. И вторая коробочка у нас. Открываем вместе. Смотрите, я терпела. Терпела для того, чтобы наконец-то вместе мы могли это все открыть. И вторая коробочка. Так, подождите, я сделаю фотку для заставки и продолжим. Давайте остановите это видео. Я предлагаю вам угадать, что же у меня в этих коробках находится. Попробуйте угадать, напишите внизу. Потому что кто меня хорошо знает, вполне понимает, почему у меня вот такой вот выбор пал. Вот. А кто меня плохо знает, просто попробуйте угадать. Если вы угадаете, то вы молодцы. В маленькой коробочке у нас находится вот такой кошелечек. И здесь у нас находится маскот Vivienne. Кто не знает, у Louis Vuitton есть свой маскот. Ее зовут Vivienne, и она находится в Голливуде. Vivienne в Голливуде. Смотрите, как все чудесно оформлено. Какой цвет, а? Это не пудровый, а именно такой яркий розовый фуксия цвет. Надеюсь, что камера вам передаст оттенки. И вот такой принт на кошелечке. То есть кошелечек это обычный лавитоновский, можно в любое время его заказать, но чтобы был с принтом, за ту же цену, что и без принта, то нужно ждать рождественскую коллекцию. Вы можете в мой клуб зайти. Клуб у меня на Фейсбуке, называется «Клуб стильных хищниц». Там я тоже всегда заранее рассказываю много о том, что буду покупать, что не буду и почему. Так. И здесь у нас находится, как вы, наверное, догадались, это мини-пушет, пушет аксессорис. Вот такая мини-косметичка. Какая она хорошенькая. Вы видите первыми принт. И это у нас, конечно же, Vivienne. Вместе со своей сумочкой Кипал они находятся у нас в Японии. И, конечно же, мне нужна была эта Япония. Я выстрадала эту сумочку, да. Я охотила за ней. И буквально 3 ночи я следила. Вот ее только выбросили, и я ее купила ночью, 2 часа ночи. Потому что для меня это очень важно было. Кстати, made in France. Ну, это вообще made in France. А кошелечек у меня made in Italy. Потому что, поскольку вы знаете, что я люблю путешествовать, и мы с мужем были вот совсем недавно в Японии, именно в Токио, то нам, и также в Киото, то нам это просто очень важно, да? Вернее, мне это очень важно. Для меня это очень много воспоминаний и, конечно же, ностальгии по Японии. Какой он хорошенький, девушки! И какой тут цвет, посмотрите. Какая-то роза-балерина прямо. Я вам обязательно сниму видео и покажу еще, что сюда входит и выходит. Ждите моих следующих видео. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Всех вас очень-очень люблю и до скорых встреч!